Начинаем матч 1/8 финала чемпионата Европы. Обратный отсчет. Классное нововведение, наверное, этого турнира, когда по большому счету начало игры определяет позиционная оборона словаков. В своей штрафной площади подача, удар выше ворот. На этом чемпионате. Нет, снова Тони Кросс, видимо, будет прямую подачу совершать. Штрафную. Буатен, Бутан, сходу опасный момент. Неоднократно, это такой один из знаков, наверное, всего этого турнира. Кто-то красивее, кто-то менее красивее. Связано это, очевидно, с тем, что Роберт Мак имел небольшое повреждение. И сегодня оно, скорее всего, не позволило выпустить его в стартовом составе. Хорошая передача. Мюллер, мягкий наброс и пенальти. Пенальти. Он улыбается. Понятно, что это сарказм. Смотрим повтор. В финале, если словаки куда пробьются, без капитана. Тащит! Тащит! Голкипер сборной Словакии. Ничто еще не потеряно. Посмотрим еще раз, как наносил удар УЗИЛ. Здорово угадал, конечно. Вот он. Пошла передача на левый край. И какая передача! Хектор достает мяч. Но пока что вот передача Хектора не совсем клеится, зато клеятся немцы. И у нас огромная конкуренция в команде за футболку Уилла Грига. Очень хотим с ним поменяться, но она, видимо, у него только одна, а нас желающих много. Это, конечно, всех насмешит. Ну, даже он, по-моему, так чуть правда играли североирландцы последние два матча, но уже по всей Франции. Эта песня невероятно популярна, даже за пир. Острием к своим воротам. Здесь в начале атаку немецкой команды Буатенг раздает передачу своим коллегам Хектору или Кимику. Томас Мюллер в поисках первого забитого мяча на Евро. Даже такие попытки пытается реализовать. Не самая удобная была позиция, но Мюллер пробит. Все должно начинаться сначала. Статистика передач мы видим два раза примерно превосходит немцы. Да и по точности они тоже выглядят лучше. Еще один удар в исполнении Мюллера. Драксер развернулся. Неплохо пробил по воротам. Ну, наверное, Драксер понимает, что, возможно, будет заменен. Помогли. И все-таки выше на немецкую половину поля. Сейчас хорошую скорость набирает по флангу Грошовский. Подача Пикарика. Момент великолепный. Вот. Для сборной Словакии Пикарик подает. Так набрасывает мяч. Очень удобная подача. И Куцка. Здесь бил Куцка даже не головой, а так плечо. По определению очень мало. Но с другой стороны и немцы их транжирят. Потому что Германия, если бы все забивала, и в пенальти, прежде всего, счет был бы минимум 2-0, а то и больше. Драксер с мячом. Череда финтов, он уже в штрафной, легко обыграл Куцку. Опасный момент, 2-0! Ну а что же за футбол, что за матч смотрел здесь Куцка? Или он до сих пор переживал по поводу того момента? Потому что так по левому флангу, нет, длинная передача не пошла в ту зону. А вот сюда можно открыться и развить эту атаку. Мяч догнали. Передача Гамшику, сразу бить он не решился. Делает еще одну скидку, и вот плотник. Второй удар у него сегодня, второй в створ. Первый был великолепный. Вытащил тогда Мануэль. Не тот. И, видимо, вынуждает его проконсультироваться со своими коллегами. Как будто бы мяч задел плечо Хумельса. Ну, кто пробьет? Да, Гамшик в роли ассистента сейчас выступит, скорее всего. Да, Куцка, выстрел! Ну, удар плохой. Юрая Куцки. Ждал этого Мюллер. Бросился под мяч. Ну, а и коллега Кузачика Нойер уже в центральном круге. Хумельс боролся. И... А с количеством контролируемых игроков, что Драксер один. Гамшева. Поворотом Яндюрица. Бьет. Хороший удар. Получается, так, Локомотива. Пробил стенку. На самом деле, а не проявил. Можно его в этом обвинять. Ну, хотя, наверное, свое дело он все же сделал на этом турнире. Вывел сборную Словакии в плей-офф. Здесь еще один роскошный эпизод. Зилом, чтобы его подстрелить. А вот еще этот феноменальный момент. Приходит Кросс в эту точку.